Я попрошу Галдишечку пусть стат рейдером. Он попил только что! Хочешь V2 по... Так это началось самое такое видео, я даже не ждал, что все так закончится. А всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет очень крутое видео, потому что я попрошу Галдишечку у 100 трейдеров. Это самые богатые люди во всем Стэндоффе. И знаете, что самое интересное? Я у них не просто попрошу Галдишку, а попрошу Галдишку на новенький АЛМ Спорт V2. Потому что у меня его нету, и я мечтаю его купить. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик, такое нереально крутое видео, потому что это просто что-то с чем-то, никто такое не снимал. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы все это сделаете, напишите комментарий, поставите лайк, я вам подарю мой старый АЛМ Спорт V1. Просто, братишка, ставь лайк, подписывайся, пиши комментарий. Ну а мы приступаем к ролику. Ну а теперь давайте ознакомимся с сообщением, которое я подготовил для трейдеров. Привет, бро, я Кента ПК. Я снимаю видео, попросил голду у 100 трейдеров. Если есть возможность мне помочь, напиши мне. Я хочу купить АВМ Спорт 2. Это моя мечта. Ну что же, господа, как вы думаете, кто-то мне поможет или нет? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну а я погнал отправлять это сообщение всем трейдерам, которые есть у меня в друзьях. Ну что же, погнали! И, ребята, первый, кому напишу, это Моррисонс. Это нереально богатый тип, это успешный успех. Кози! Кози, это тип, у которого есть керамбити голд. Конечно, ему тоже напишу. Дальше, давайте напишу всему моему клану, потому что у моего клана самые богатые подписчики, самые богатые участники клана. Они нереально успешные, у них очень много голдишки. Поэтому я прямо сейчас у каждого из них попрошу голду, потому что тут практически каждый трейдер. Сампикс, это вообще нереально богатый тип, и он прямо сейчас в сети. Я ему тоже напишу. Я снимал обзор его аккаунта, у него аккаунт стоит больше 500 000 голды, это нереально богатый тип. Так, и теперь давайте я напишем еще всем-всем-всем остальным. О, вот эти пули мне сдонил 10к, посмотрите. А че у меня попрошайничать? Купепа? Можно промик, пожи, хочу другу подарить на ДР. Ну вот подаришь мне АВМ Спорт V2, тогда можно. А пока нельзя, сладенький ты мой. И я отправляю такое сообщение абсолютно всем. И буду ждать, кто же первым мне ответит. Глорик. Глорик, это вообще какой-то скрытый миллионер. Вы знаете, у Глорика тоже есть кирголд. Обалдеть, как же у меня много богатых друзей. Сайлис. Ну, Сайлис, вроде, не очень богатый, но давайте мы тоже напишем. Я пишу абсолютно всем моим друзьям и буду ждать, кто же первый ответит. И кто первый поможет Кента ПК. Ричбой, у тебя ник богатый парень, ребята. Или Шленич, understand. Все. Я... О, давайте еще Нигматик. Хотя не, Нигматик нищий, поэтому я ему писать не буду. Все, ребята, я вроде написал всем участникам клана, я написал всем своим друзьям. И прямо сейчас я просто-напросто буду ждать от них ответ! Погнали! Ребята, только что мне пришло целых 2 ответа! Смотри, же пишет Сампикс. Привет, ого, бро, выстрой скин за 7к для начала! И вот еще один тип сверху пишет, бройте ему помочь. Братан, ща будет скин. Все, ребят, погнали, максимально быстро выставляем скин на рыночек. Все, ребята, скин прям сейчас я уже поставил на рыночек. И теперь давайте я напишу Сапиксу, типа, братанчик, скин на рыночке, можешь покупать. Все, вот, вот, все написал, я уже все подготовил. Ребята, вы просто представьте! Я знаю этого типа, это нереально богатый тип. Это, наверное, самый богатый подписчик в мире. Я в шоке. И это первый, кто ответил из настоящих трейдеров. А что будет дальше? Что будет дальше? Слушайте, мне реально интересно, он купит или нет. Как думаете? Все, давайте будем сидеть на скине и будем ждать, купит ли он по-настоящему или нет. Очень интересно. Ждем. Дядь, ну и как тебе мой керамбити голд, а? Сосочка, да? Привстал! И у меня привстал. Дядь, хочешь его получить тоже? Бесплатно, выбей с булпасика. Залетай на булдропщик, потому что на булдропщике ты можешь поднять себе даже кирголд. Также на булдропе ты сможешь поднять топовый дроп. Если ты хочешь выбирать крутые скины, то залетай прямо туда. Также я вместе с булдропом дарю тебе подарочек в виде халявной голдишечки, которая находится в закрепленном комментарии. Потом, братик, вводи промик, забирай голдишку и поднимай кирголд! Как это сделал Кента ПК. Ну а мы идем дальше. Он купил только что! Чего? 7 косарей! Это без стрима, без всего! Просто взял, купил! Брат, спасибо! Брат! От души! От души! Ты лучший! Ты лучший!
Я тебя люблю! Ты топ! Просто первый трейдер! Я в шоке! 7 косарей, мужики! 7 косарей на AVM Sport 2! Спасибо, Сапекс! Дядя, не люблю! Хочешь V2 подарю! Что за дичь? Да! Я просто в шоке! Пишу, что надо сделать? Вы понимаете, это очень богатый тип. У него 4 АВМТХ. И он прямо сейчас может мне подарить V2. Тогда придется сыграть со мной дуэль. И если я выиграю, ты дашь V2? Да ну, это рофл! Блин, ребята, вы еще, наверное, подумали, что это постанова, но я сам в шоке! Я в шоке! Естественно! Срочно! Приглашаем лобби! Сапекс, братан! WhatsApp-менчик! Так, все, он зашел, имба! Так, ребят, он же это сообщение не видит, правильно? Это я сообщение готовился, писал лобби. Так, нормально, он это сообщение не видит. Ну, давайте я напишу. Ты топ, играем, Б и Тёмка. Ребята, просто прожмите лайк за это, возможно, у меня прямо в конце этого видео будет АВМ Спорт 2. Я не верю своим глазам. Ребят, пожалуйста, прожмите лайк за это. Обалдеть, это не постанова, это все по-настоящему. У него АВМТХ! Сапекс, дядь, ты космос. Я знаю, ты смотришь это видео. Знаю, я тебя люблю. Тычки Хармони! Мама Троя. Это такой он мне сбросил. Авик, ты хата? 4 арканы, вау. Блин, и он еще в клане Марселята. Дядь, можно сделать только дам, если это не кидок. Обалдеть. Ребята, просто давайте все в комментариях напишем Сапик стоп, потому что если я выиграю и он меня не кинет, я дам вам 10 тысяч голдишки просто за лайк, подписку и за любой хороший комментарий. Поэтому, брат, прям сейчас все это сделай. Все, ребята, погнали. 3, 2, 1, а мы стартуем! В первом раунде я, конечно же, беру дигл. Ребята, можно было у него попросить дигл из сетрека Якудзе? Обалдеть, я обожаю этого парня! Он дал мне 7к. Если он дал мне 7к, значит, скорее всего, он не кидок. Понимаете, просто для него 7к, это как для вас, там, не знаю, 50 рублей. Он нереально богатый. Вот эти у него раскиды. Он жесткий кибер. Не, ну, дядь, ну ты, типа, и не обязан. Но я буду очень рад! Да! Снес кабину! Имба! А что у него за P350? Вау! Вы это видели? Вот это нахлеще! Ребята, начало очень хорошее, на кону АВМ Спорт 2! Я уже так давно не играл с Авиком Спорт 2. Вы помните, у меня раньше был Авик ТХ, но я же его подарил одному ютуберу. Сейчас у меня нету нормального Авика, но возможно, после этого видео я стану богатым! Ой-ой-ой! Откуда инфа? У меня есть гениальный мув, а давайте-ка мы его обойдем. Надеюсь, он играет без ушей. Да, ты же без ушей играешь. Походу, он с ушами играет. Да! 2-0! На базу! Давайте я ему напишу, ты топ. Чтобы он не злился, что он проигрывает. Ты топ. Ребята, тактика пиксель. Тактика пиксель. Аккуратненько, 7 пикселей и... Вот так. Так, кажись, он пошел тут где-то справа, не? Слушай, а что у него по рангу? Мне интересно посмотреть, он вообще кибер или нет? А то я даже не смотрел, какой у него ранг. Феникс? Рейнджер? Он жесткий тип. Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, а если я проиграю, что я отдаю? Слушай, если я проиграю, то получается я отдаю Спорту 2 или как? Не, ну мы это не говаривали. Ну, так, ладно. Давайте не про плохое. Я буду побеждать, все. На! Это, знаете почему это? Потому что это Маслята. Ух, чего, Юля, я с игры вышел. Все, ух, зашел, я уже испугался. Ребята, счет 3-1, прикиньте. Пожалуйста, можно поставить лайк за это? Потому что это просто что-то нереальное. Я до сих пор думаю, что это сон. Но это не сон, это реальность. Бросаем дымочек, оп, дымочек. Дальше бросаем кибер спортивную хаешечку, оп, нормально. И дальше бросаем флешечку. Он тут. Нет, он тут, да! 4-1! Оу, май! Ребят, пожалуйста, прожмите лайк за это. Давайте в этом раунде возьму АВМ Спорт. Пока что это АВМ Спорт V1. И да, уж помните, я же этот авик подарю вам. Именно мой авик подарю кому-то из вас, кто поставит лайк, подпишется и посмотрит видео без перемоток. Это очень важно, то знаю я вас. Ну что, братичек, опа, на! На! Да, блин, там нереально по нему попасть!
Не понял, у него М40 без скина? Дядя, я, конечно, все понимаю, а чё у тебя М40-то без скина? Йоу, мин! Мой, это умничка. А, попал! Да, и я попал, 5-2! Буквально 3 раунда, и мы победили! Я становлюсь... богатым! О, слушай, давай я ему хаешку прямо сейчас в кабину запрошу. Получай хаешку. Славик, а ты хамя как нуба размочил! Славик, здесь мы так не договаривались. Счет 5-3. Ну, вроде бы как он не должен камбэчить. Но может, реально может, реально может. Поэтому давайте-ка мы немножко попотеем. У меня есть одна очень прикольная тактика. Я его запушу. Вот реально, он же по-любому не ждает, что я пойду его пушить. Ну, согласитесь. А я, опа, и запушил сладенького. На! 6-3! Сюда. Давайте возьму его авик ТХ. И попробую играть с его авиком ТХ. Если честно, я до сих пор думаю, что меня кинут. Не-не, Сабик Стопчел, он ни раз в жизни меня не обманывал. Ну реально, у меня такое ощущение, что он меня кинет. Ну реально, вы думаете, он мне даст авик В2? Я как-то даже не верю. Я хаешкой по нему попал, имболечка. Да! 7-3, да! Буквально последний раунд, и мы это сделали! Это что-то нереальное, это что-то нереальное. Посмотрите на его замечательный авик ТХ. Блин, надо было бы писать, что мне надо авик ТХ! Ничего себе, он мне кабину снес, дядь, ну я такого вообще не ожидал. Счет 7-4, нормально, у меня еще в запасе есть точно 3 раунда, где я могу нубить. Все, 3 раунда я могу нубить. Я понимаю, что это полная тупость. Давайте я возьму М40. Ну реально, ну я понимаю, это максимально глупо, но я хочу. У меня такая чувачка, что у меня залетит М40. И прикиньте, какой это будет красивый килл, и прям на видео, и прям не постанова, и прям имба. Погнали, он тут. Надо! 8-4, да! Мы это сделали, да! Теперь главный вопросик. Сампикс кинет меня или нет? Я надеюсь, что нет. Бро, ты же не кидок? Он пишет нет. Ты отдашь голду? Что? Вот это, кажется, будет очень интересно. Да! За сколько выставлять скин? Стоп, а вдруг у него есть В2, он мне его сольет? Пиздятка! Это рофл! Нет, это прикол какой-то. Я вам отвечаю, это прикол какой-то. Сампикс, дядь, ты нереальный! МК Гранд Прикс СТ-49-999. Ля, прикинь, если он реально купит 50-ка голды, вы понимаете? Это плюс АВМ Спорт В2. Сампикс, брат, ты сейчас попадешь в историю. Он купил! Что? Он купил! 50-ка! 50-ка! Нафиг! Дядь, я тебя люблю, Сампикс! Я не ожидал! Я когда начал с вами такое видео, даже не ожидал, что все так закончится! Ты самый лучший! Ты топ! Ты топ! Я тебя люблю, брат! Ты чего творишь? Братва, ссылочка на Сампикс есть в описании. Давайте поддержим. Подписывайся на мой канал. Он лучший, Сампикс! У меня 90-ка! Брат, спасибо! Я тебя люблю. Ребят, пожалуйста, прожмите лайк за это видео. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И подпишитесь на Сампикса. Ссылка на него будет в описании. Блин, я ему сейчас купить. Спасибо, брат! Спасибо! Брат, купи лучше на стриме. Полный разнос будет, да! Я куплю на стриме. Я в шоке! Сампикс! Спасибо большое. Блин, ребят, пожалуйста, прожмите лайк под это видео. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И также, самое главное, ждите мой стрим! Потому что именно на стриме я себе куплю АВМ Спорта 2 от Сампикса.